Об этом удивительном человеке можно рассказывать очень долго. Да, это его называли маленьким бродягой, наградили титулом рыцаря Британской империи и трижды вручили премию «Оскар». Он прожил 88 лет, оставив после себя 11 детей и огромное культурное наследие. Это Чарли Чаплин – артист, сценарист, режиссер, композитор и продюсер. Жизнь Чарли Чаплина и его невероятные фильмы, которые благодаря таланту мастера до сих пор сохраняют актуальность и популярность, достойны восхищения, народной любви и всемирной славы. Этот человек – настоящий символ киноискусства, и поэтому появление его скульптуры в нашем городе около кинотеатра «Кубань» вполне объяснимо и никого не оставило равнодушным. Памятник настолько красивый, стоит возле нашего кинотеатра. То есть, как бы он дополняет улицу, ну, делает как-то более интереснее, то есть есть на что посмотреть. Впечатления какие. Памятник довольно хороший. Такого еще не было в городе. Прекрасные фильмы. Просто на такого человека посмотришь уже как бы смешно и весело, и душе как-то теплее. Вот, не то, что как бы сейчас фильмы. То есть вам приятно? Ну, приятно, что неприятно. Побольше таких персонажей, чтобы как бы старых актеров, знаменитых актеров, не только Чарли, и наших много хороших. Авторы этого проекта – архитектор Дмитрий Могилкин, на счету которого уже немало интересных работ в нашем районе, и мастер кузнечного дела Николай Михеев. Я год примерно над ним работал, эскизы, макеты, съемки. Потом же надо же было его одеть соответственно. Надо было найти камеру, надо было найти, сделать собирательный образ. Чарли Чаплин не только непревзойденный актер, прежде всего, конечно, немого кино, но и прекрасный режиссер. Именно многообразие его талантов хотели отразить в скульптуре авторы, и им это удалось. Отличная задумка не воплотилась бы в жизнь без мастера «Золотые руки» Николая Михеева. Уникальный мастер кузнечного, художественного, ремесла. Ну, это, собственно, его техника, его технология. Это Николай Михеев. Вот. Я рад, что я с ним поработал в качестве ученика. Вот камеру ковал, конечно, он ее все равно доделал, привел к соответствию в своем стиле. Автор проекта благодарит за помощь в его реализации городские власти и всех неравнодушных людей. Благодаря этому неравнодушию в нашем городе появилась скульптура великого артиста, от улыбки которого на сердце становится теплее. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».